Видишь, как я ласково с ним разговариваю, когда мужчина рядом снимает. А так я монстр. Мадина Исламгараева — капитан парусного судна. И если женщина на корабле к беде, то в ее команде нет ни одного мужчины. Говорит, во время гонок дисциплина у них жесткая, но главное все-таки не результат. Общение с друзьями, когда мы сюда приходим, встреча вот эта со старыми друзьями, это драйв, это кайф, это даже, вот не знаю, это наркотик какой-то. И таких здесь немало. На старт музейной регаты в Казани вышли 28 экипажей. Такую погоду опытные яхтсмены называют достаточно умеренной для регаты, хотя ветер достигает 15 метров в секунду, и иногда кажется, что парусник вот-вот перевернется. Волны высотой 1-2 метра укрощают не только профессионалы, но и любители. Некоторые из них вышли на воду на самодельных суднах. Александр Сидоров собрал свою лодку за год. Я привык работать руками. Я вот топором, ножовкой могу что-то сотворить. И если люди проходят, оборачиваются, им понравилось мое творение, то, наверное, я достиг результата. Но для большинства яхтсменов главное – это скорость. Тем более, что путь их ждет не короткий. Музейная регата проходит по маршруту Казань-Свиярск, Свиярск-Ключище. Также будут проходить гонки по олимпийской дистанции на акватории реки Волги. Такие регаты будут проходить в течение всего сезона. И участвовать в этом путешествии может любой желающий. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиядинов, ТНВ, Казань.